Сегодня на ремонте у нас электричка. Это Tesla Model Y. Такой синий перлик, цвет красивый. Так, что значит по ней делаем? В ремонте заднее крыло, в переход, крышка багажника поменена в цвет. Но сейчас про нее расскажу. Задний бампер и левое крыло. Ну, планируется в переход, но краску подбирали по максимуму в стык, потому что следы рихтовки вот заканчиваются. Соответственно, шпатлевание, грунтование. Ну и, грубо говоря, можно сказать, в стык все равно пыл налетит. Поэтому я только приехал с подбора. Подбирали по двери. Не знаю, покраска, многие рассказывают про покраску Теслы, про качество покраски. Промеряли ее толщиномером при покупке. Вроде как бы все в толщине, но шагрень вообще по всей машине абсолютно разная. Где-то допылено, где-то не допылено. Здесь такое ощущение, как будто вообще выполировано в ноль. Вот, смотрите, какая тут шагра. Вот, вот она идет, идет, идет. Вот видно, да? Тут сейчас попробую словить такие полоски вот в этом месте. Вот, вот тут будет хорошо видно. Сейчас только надо солнышко где-то словить. Вот видно, да? Полосы как будто вот обезжиривали после салфетки. Вот грязной салфеткой обезжиривали. И вот такая штука получилась. Тут даже торец двери не прокрашенный. Смотрите, светится просто белым. Вот, сомнения у нас вызывало по подбору именно вот эта дверь, потому что она как-то выпадает. Но здесь, понятно, выпадает, здесь вообще не прокрашено. Вот прям здесь торчик, соответственно, торец не прокрашенный. Ну и здесь тоже как бы чуть есть такое отличие, она более красная. Но я сейчас сделаю выкрас свой, колорист потом приедет, посмотрит. Так, значит, у нас бампер поменен, крышка поменена. Крышка, насколько я понял, короче, то ли с Китая ее заказали, то ли что. Но она оригинальная, но смотрите, какой прикол сейчас делают китайцы. Короче, она, видно, был подломан уголок на крышке. Его пошпатлевали, ну, шпакля вот треснула. И просто поверху покрасили. Вот так покрасили. Ну и типа по фоткам она была, короче, неплохая. Плюс вот здесь что-то покрашено. Вот. Так, сейчас попробую сфокусировать. Тут какая-то усадка. Вот. Вот так выглядит это все. Пародия. Ну и она вот тут вся покрашена. Какие-то вон тоже есть усадки непонятные. Короче, будем крышку обдирать до металла, смотреть, что с ней не так. Вот какой-то пыл. Ну, она вся какая-то. Короче, местами ее тупо подкрасили. Так. Вот. Внутри даже не покрасили, кстати. Ну, потому что на фотках, наверное, не было видно. Там вот тупо шпакля, и она вон трескается, отваливается. Раздеру, потом посмотрю, что там такое. Крышку окрашиваем с двух сторон. Я ее пока вот так закрою. Дожимчик не срабатывает. Так, ну по крышке вот есть заломы по уголкам. Плюс вмятинки, коцки всякие разные. Вот помята. Где тут вмятина прям? Вот. Вот, вот вмятина. Вот вмятина. Так, и так, крылышко я сказал, но крылья не после рихтовки. Я, насколько понимаю, ее не видел, какая она была. Удар был где-то сзади. Отрихтовали. Ну вот, по зазорам пока имеем вот такую картину. Вот так. Тут не совсем стоит, тут что-то упирается. Ну, короче, разберу, потом посмотрю, попробую поставить. Надо понимать, что здесь делать. Фонарик я сделал под замену. Так, и по этой стороне вот тут рихтованное место. Надо будет тоже посмотреть по крышке. Вот еще мятин. Ну, то есть мятин хватает. Тут место рихтовки. И здесь. Здесь у нас по зазору, ну, чуть получше. Но здесь история другая. Здесь, наоборот, как-то бампер залазит.
Вот так торчит. Но будем в процессе разбираться. Короче, вот такой объем работы. Будем делать Теслочку красивой. А, и вот еще, кстати, что-то я сразу внимания не обратил. Тут еще вон какие-то вмятины есть. Да, крышка, короче, вообще ужасная. Just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Порихтовал я моим малышочком с потырочком крыло, натянул металл, потому что здесь такое вот все было расхлебанное, растянутое. Не совсем понятно, какая здесь должна быть форма. То есть, ну, судя по всей машине, все приходит, ну, ровно, то есть в ребра. Вот, потому что здесь была вот такая шишка, ну, натянута. Я сразу подумал, что, может, оно идет, ну, вот так чуть-чуть. То есть, такой есть изгиб небольшой. Но сделал, что все будет приходить ровно. Вот зазор. Теперь бампер здесь, вот видите, не торчит. Простучал, чуть засадил, но вот здесь было, наверное, что-то порвано, заваривали, вот видно. Ну и вот здесь зазорчик надо будет сделать аккуратненьким. Ну и здесь чуть его подровнять. Вот, ну как-то так. Что, сейчас буду шпатлевать. Сразу у нас пойдет вот такая микроглаз, и потом буду вымазывать алюминьку. У меня ее остатки, ну здесь в принципе нормально для нее. Готово. Два задних крыла. Значит, вышпатлевал. Так вот одно крыло. Шпаклей, конечно, немало, скажем так. Вот второе крыло. Вот тут такие моменты, фрагменты. Сделал кармашки с бумаги, туда не полезем. Но я почему-то изначально уже рассчитываю, что здесь, наверное, будут два раза грунтовать. Но загрунтую, посмотрим. Так, сейчас открытый металл. Кислотный салфетка. И потом наполнитель Seekens Multi-Use. Уже, кстати, надо перевернуть баночку, чтобы постояла стекла. Вторую баночку я уже оприходовал. Надо, кстати, сходить за третью ее перемешать. Вот, собственно, вот тут чуть-чуть пошпатлевал. Ну, как бы, ну да, в каких-то моментах многовато. Но опять же,
Вот. С формой я здесь, конечно, тоже поднамучился, потому что тут ребро в конце хрен пойми, по бамперу сводил, тут по бамперу сводил, вот здесь еще, сука, ребро какое-то непонятное, оно здесь вообще потеряно было напрочь. А с этой стороны, по-моему, да, вот с этой стороны оно хоть чуть-чуть прорисовано, то есть дальше уже линию там по линеечке я выводил, но хер знает, как оно получилось. Сейчас грунт, короче, все проявит. По обезжирке смотрел, такая себе история. Ничего особо не видно. Колот, колот, колот. Вот. Короче, сейчас загрунтую и буду. Бампер у меня уже тоже почти готов. Потом его покажу. Там просто ободрал, разодрал. И крышечкой буду заниматься. Но сначала вот это все дело отгрунтуем. Короче, запомнили, да? Кислотная салфетка и потом, наверное, три слойчика бахну. Сильно сюда переливать не буду грунта. Лучше, если что, будут какие-то моменты, фрагменты, перешлифую и потом нанесу еще раз грунт. И вот так мы этот момент закроем. Все. Наношу и пойдем заниматься крышкой. Тесла загрунтована. Значит, вот. Так, все, вот еще забыл показать. Тут же у нас еще стоечка была покоцанная. Тоже ее подгрунтовал. Ну, короче, не знаю, не знаю. Начну шлифовку с 240. Посмотрю. Здесь таких три прям жирных слоя. Начну шлифовать. Короче, будет видно. Если так вот сейчас как бы не увидел каких-то моментов, таких, что как бы точно надо перегрунтовать. Ну, в процессе будем посмотреть. Вот, сейчас оставляю сохнуть. Одно крылышко, и тут у нас вот второе. Так вот. Так, ну а сейчас буду заниматься крышкой. По крышке. Сейчас начну с внутрянки. Я ее, короче, вот так вот подвесил, потому что она охереть какая большая. Вот, пока там низом займусь, потом уже сюда переберемся наверх, вот на эти поклеванные, потресканные места. Будем разбираться, обдирать, что там такое. Так, по внутрянке здесь в основном коцки, коцки, шмоцки. И вот здесь вот полка. Так вот, покоцана. Раз, тычок. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Охереть тут натыкано. Блин, что-то прям придется, наверное, пошпатлевать чуть-чуть. Но здесь вроде только низ. Там дальше по краям чисто царапульки есть. Надо будет их расшлифовать и подгрунтовать. Ну да, ну ладно. Короче, начнем заниматься этой стороной. Занимаюсь сейчас крышкой, ну и попутно бамперочком. Ну, по бамперу я там все расшлифовал. Там только в одном месте была такая вот царапулька глубокая. Ее чуть пошпаклевал. По крышке, значит, вот это, где шпакля была треснутая. Вот так выглядит. Сейчас будем обдирать, смотреть, что там. Ну, вижу, наверное, что там было что-то, наверное, помято. Только почему она треснула? Вопрос. Вопрос, конечно, интересный. Так, ну и расшлифовал тут. Коцки, шмоцки, вот везде, где тычки были. Это все сейчас под шпатлевку. Я такие прям, которые самовидные. Сейчас расшлифовал. То есть тут, вот тут, вот. Вот там надо пошпатлевать. Нижнюю полку вообще надо всю стянуть, вот эту, потому что она вся кривая, тут даже ничего не стал отмечать. Здесь расшлифовал, такие мелкие тычочки были. Так, ну и по этой стороне вот тоже. Вот, вот мелкие, тут, тут. Ну, вот такое мелочевка. Тут что середина вышпаклевана, внутрянка. Я вам показывал или не показывал? А где она? Во. Во, какая тут херотня. Ну, короче, этим сейчас это все пошпатлю, пока шпаклевка будет сохнуть, займусь вот этой частью. Будем ее обдирать и смотреть, что там они наделали. Ну, короче, вот такой процессик. Вот где по бамперу вот прошпатлевал. Ну, и там вот пару сколиков таких по краям. Все, обдираем дальше крышку и шпаклю. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town.
What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. From the past, won't escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this, I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones, had a soul to get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, turning to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Помазал шпатлевочкой. Так, все, что показывал. Сейчас ободрал вот здесь верхнюю часть. Так, значит, вот такая здесь ступенька. Вот, видно, да, какая. Сколько шпакли. Там я не помню, показывал, не показывал. Ну, короче, шпакля. Вот шпаклю такую давно не встречал, когда обдираешь. Она настолько дубовая, что, блин, 120-ка ее даже как-то нереально. Я, короче, здесь уже взял сверху кораллом, ну, потому что кружок как-то умирает очень быстро. И вот следы, ну, типа рихтовки, да, но еще есть какие-то непонятные, вот. Вот смотрите, такие какие-то полукруги, обжиги. То ли это осаживали с поттером, то ли что это, хер его знает. Вот, видите? Вот это вот все. Вот. Ну, не знаю, как по мне, то здесь многовато было шпакли. Я сейчас чуть-чуть еще подрихтую, потому что здесь яма. На выходе здесь шишки, вот не осаженные, вот тут прям такая полоса. И со второй стороны, ну я так понимаю, поэтому здесь только шпакли сделали, чтобы, грубо говоря, сделать яму и свести потом это по сторонам. Я сейчас простучу и стяну. Вроде как бы она сильно не играет здесь. Вот, ну и здесь дальше буду обдирать и уже перешлифовывать потихоньку, начинаю шпатлевку. Пока там будет сохнуть, это перетру. Возможно, где-то еще надо будет подмазать. Ну, короче, вот так будем потихоньку двигаться. Готова крышка, готов задний бампер. Сейчас разверну, покажу. Короче, по крышке пришлось, конечно, попотереть шпакли очень дохера. Ну вот, чтобы поводить вот эти вот все формы. Вот эти, блин, вот такие вот. Но... как есть. Короче, алюминька универсалка, шпатлевка вся. О, как он, автокейр, да-да-да, забыл. Так, ну значит здесь вот так все это дело выглядит. Так, ободрал там до металльчика, там царапульки где-то были, порастирал. Ну и здесь две стороны, вот так. И вот так. Торчики здесь тоже подмятые были. Их еще было видно на машине и с этой стороны. Так, ну по внутрянке я вроде показывал. Здесь шпатлевочка и вот там уголочек. Ну и расшлифовал всякие царапины. Значит, по бамперу вот здесь вот расшлифовал в основном, потому что... Так, что... А, здесь было такие трещины, его видно на излом брали. Короче, трещины здесь чисто были. Вот, ну и с этой стороны тоже такие глубокие царапины были. Дальше просто разработал царапки, где они были. Тут в целом больше ничего особо такого не было.
Ну, вот где-то сколики, царапинки. А, ну и вот одна единственная пошпатлеванная. Я ее показывал. Так, по бамперу все. Ну и крылья под грунтовую. Я все-таки их перетер. Перетирал 240, 320. 320 заканчивал и на колодке. И потом 320-очкой пробежался на машинке. Просто направленную риску перебил. Ну вот прошлифовался в этом месте. Вот тут, где мне и не нравился. Не нравилось. Ну и в целом, в принципе, здесь все. С этой стороны вот тоже есть прошлифовки. Ну, наверное, в два слоя, таких не сильно заливных. Просто перегрунтую, и на этом хватит. Так, ну и что у нас по грунтам? Протиры на пластике, на бампере, точнее, до пластика. Грунт для пластика 610-й. Ванда. Так, крышка, металл и прошлифовки на крыльях. Пойдет вот такой эпоксидный грунт 440 в мокрой версии. Ну и дальше наполнитель Seekins Multi-Use Filler Pro. Темно-серый он у меня. Хороший грунтец. После нанесения наполнителя посмотрим. У меня сохнет бамперочек от А6 Audi. Последних годов каких-то были такие царапки, трещинки на лакокрасочном. Вот. Ночью открасил. Сейчас пока есть чуть солнышко, сохнет. Что касается шлифовки грунта. Как помните, я перегрунтовал. Вот, то есть грунтование было двойным. И поэтому я на прошлом грунтовании все подрезал, то, что мне надо было. Сейчас, в принципе, такой уже цели не стоит. Поэтому беру 400-ку. В полосках 400-ки я никогда не покупал, да и вообще не знаю, есть они или нет, поэтому такой вот обычный дешевый шлифок. Ой, не помню где-то, я его, по-моему, даже когда-то в строительном магазине хреновую тучу лет назад покупал. Вот, ну как-то в последнее время часто его использую, то есть он такой липучка, он и не жесткий, но то, что надо. Поэтому 400-ку беру, сейчас пока Иридиум. 3М. Нет, ну, как бы я просто закупился Иридиумом, поэтому надо его использовать. Ну и, соответственно, проходим проявочкой и дальше погнали, шлифуем. И потом уже 500-ку, мягкую проставочку 5-миллиметровую одеваем на машинку с ходом эксцентрика 2,5 мм и перебиваем направленную риску. Ну и дальше тут, ну тут, в принципе, почти в стык будет по этой стороне. Ну, короче, все труднодоступные места домотовываю серым скотч-брайтом. Также и по стойке. Ну и по этой стороне примерная история. Все то же самое. Перешлифовываю здесь. Короче, два крыла. Сразу уберу гараж, подмету, пролью чуть водичкой и закрою уже двери, загоню машину, ее тоже все выдую, чтобы пыль садилась, не летала, потому что оно, ну, элементов как бы много получится за один. Сразу буду все открашивать. Вот, поэтому, чтобы было меньше пыли, окраска у нас уже сегодня после обеда я начал заниматься. Ну, сегодня можно успеть, но я никуда спешить не хочу. Это не мой стиль работы, вот это порвать себе отверстие, вот, ну, нахрен оно не надо. Поэтому покраска запланирована на завтра, поэтому спокойненько уберу гараж, все закрою, пылька сядет, потом при покраске мусора будет минимально, как и обычно. Вот, вы часто спрашиваете там секрет, почему мусора мало. Ну, я зачастую делаю сейчас вот в последнее время, помимо того, о чем я уже говорил в видео про мусор, то есть именно сами элементы и все соприкасаемые с ними части, чтобы были все вымыто, продуто идеально. Вот. Ну, помещение, конечно, в любом случае тоже вносит свою какую-то лепту, поэтому вот так. По шлифовке грунта у меня много видео на канале. Если кому-то интересно, можете посмотреть. Ничего тут такого, в принципе, нету. Поэтому я сейчас шлифую грунт, убираюсь и уже подсниму вам, наверное, перед покраской. Да, когда будет все оклеено, там уже чуть поговорим, покажу, что будем использовать. И, короче, все будет впереди. Все, я шлифуюсь, а для вас буквально пару секунд, и машина уже будет подготовлена.
Я уже начал окрашивать, значит, нанес первый слой. Ну как, не первый, даже можно сказать полтора. Почему полтора, сейчас объясню. Потому что подпшикивал портиры баллончиком. Баллончик, он такой светло-серенький. Вот, и вот на таких цветах, синих, красных, очень плохо перекрывают они именно вот пятна от баллончика. Поэтому, вот видите, сейчас здесь есть чуть-чуть темнее, потому что я сразу прошелся одним слоем мокрой капли. И потом уже повторно сразу по местам, именно где вот у меня были баллончиком эти все дела подпшиканы. По бамперу так протирчики были. Вот, так, по крышечке тоже тут пару штучек было, но все перекрыл, сейчас будем, собственно, докрывать все в цвет, синий кроет не очень, вот у нас пока все вот так видно, но это первый слой. Все, сейчас перекрою базой, покажу, что получится, и заодно посчитаю, сколько у нас будет слоев. Нанес базу и уже нанес один слой лака, где-то один, где-то полтора. Сейчас объясню, где один, где полтора. Первый слой лака наносим просто на все детали. Вот, прям ровненько, равномерненько, без перепылов, без перегрузов. Вот так на первом слое лака не делаем. Вот так, это я сейчас факел показываю, краскопульта. Вот так тоже не делаем. Если ты вот так сделал на первом слое, потом так на втором слое, тут у тебя будет закипание, тут потечет где-то, ну, короче, будет полная херня. То же самое и здесь. Вот, то есть я даже, ну, я здесь проходил, но не в залив торцы, а вот просто опыл и начинаю влачить, вот, раз, два, три, и пошли. Пошли, все это ровно лачим. Не льем торцы. Вот не стараемся. Вот видите, тут какой-то такой недопыл есть. Так должно быть. Это первый слой. То же самое здесь, где налетело. А здесь, кстати, я смотрел перед покраской, прям четко пролачены проемы. Не так, как в современных BMW, Мерседесах. Там, где лака вообще ни хера нет. В Тесле здесь все прям пролачено полноценно. Не только эта часть, где там робот выкрашивает, но и вот здесь. То есть здесь это все надо будет пролачить. Но здесь я не старался прям улить. Понятно, когда лачил крыло. То есть я проходил вот так раз. То есть тут залачил полку. Два, факел. Факел раскрытый. Ну, то есть все равно он туда налетело. Ну и здесь проходил уже, если покажет. Ну, тоже почти залито. Но здесь я так чисто пыльчиком проходил, чтобы потом на втором слое все это залить. Здесь тоже, ну и здесь оборвался. То есть вот, чик-чик, здесь нету. По крышке то же самое. Наружка. Вся наружка, вот эта вся лицевая часть, которая будет видна. Здесь стекло стоит, там дальше вообще пофиг. Здесь тоже полноценный слой. Лачил. Но, просто лачил. То есть лачил просто поверхность. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так. Лачил. Не делал на первом слое пролачивание торцов, потому что если на первом слое пролачить вот так торец, факелом я имею в виду, вот так сделать, здесь у тебя сразу соберется такая вот херня. И когда ты начнешь, не важно как, вот так это делать, как я показываю, или вот так лачить, здесь будет жирный очень слой по торцу, который или закипит, или потечет, или будет наплыв такой ублюдский. Поэтому этого делать не надо. Здесь просто вот, просто поверхность. Лачим. И внутрянку. Короче, не в залив. Вот, сейчас покажу. Вот. Вот такая она. То есть я тут уже потом дал опыльчик. И сейчас я начну изнутри. Я сразу вливаю внутрянку. Прям залачиваю в глянец. Весь внутряк залачу. Пройду торцы. Потом опять же лачу наружку. Ну, уже на торцы не захожу, они уже пролачены. И у меня нигде не будет наплывов. Ну, потом я покажу, как это все получится. Короче, я надеюсь, что объяснил. То же самое на бампере. Вот я на первом слое не пролачивал, а на втором слое. Перед тем, как лачить все вот эти поверхности открытые, я сразу сейчас пройду, лачу торец,
То есть вот так. Раз, торец залачил. Потом вот этот. Раз, пролачил. И дальше все остальные. То есть вот здесь. Здесь прохожу. Вот так, вот так, вот так. И здесь. Хоп, залачил. Все. Они у меня все залачены. И дальше уже начинаю отсюда. Допустим, раз, 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 раз. И дальше мы уходим. Раз, 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 раз. Вот так. И пошли дальше, дальше, дальше. И там это все дело заканчиваем. И все. У нас получается полностью залитый элемент лаком. Как-то так. Ну, надеюсь, объяснил. Что мы имеем? Вот, если там шагренька. Сейчас попробуем это. Вот, вот такая шагрень. Вот по лампочке, смотрите. Такая шагренька получилась по цвету. Хорошо, я выгонял солнце. Сейчас, правда, дождь идет. По цвету посмотрели, все отлично. Как раз и колорист заезжал. Тоже глянул. Вот. Единственное, что по ней осталось, это вклеить. Поедут на вклейку стекла. Потому что сейчас, когда закрывается крышка, получается, не хватает веса и не дожимает ее. То есть вот это сейчас она не полностью закрыта. То есть зазор еще поменьше станет, оно, когда будет дожато. Вот, ну здесь подсобрал. Ну вот, видно вот здесь, поэтому что она не закрыта. Ну, мне, в принципе, сам хозяин говорил, что она не дожимает. Сполировал. Ну, мусоринки, понятное дело, были. Располировал. Вот. Поставил накладочки. А, еще ж мы здесь стойку красили, точно. Еще покрашена стойка. Где-то база у нас где-то на работе до сих пор. Вот так лачок. Ну и, соответственно, все располировано. Покажу вам еще Теслу на улице. Вчера она не уехала, погода была плохая. Да и клиентом что-то был занят. Ну, собственно, вот что имеем на уличке. По цвету, как и говорил, все четко. По формам вроде бы как бы тоже неплохо. Да, с бампером, конечно, чуть-чуть зазор. Скажем, если близко присматриваться, то можно что-то увидеть. Но, не знаю. Так как они все собраны по заводу, это, конечно, ни о чем не говорит, как они собраны. Ну и задачи сделать лучше, чем у нас с завода, тоже не стояло. Поэтому вот так. Так, ну вот по этой стороне. Все. Ну, в целом, крышка, с которой было, над которой было проведено, охереть, сколько работы. Крышечка все ровно, ничего не бликует, все отлично. Вот, ну и здесь крылышко тоже хорошо. Здесь зазорчик по бамперу получше смотрится. Вот, ну по цвету, как видите, по цвету все хорошо. Ну все, ждем клиента, отдаем машинку.